А я продал седьмому эту машину. Да я вот и опять включил. Камера стоит. Да, камера. Да, мне не понравился. И? Так классно. Вау. Да, как у них, но у нас точно. Я не попал. Лучший стрел. Вон на дороге. А на дороге кто-то. Один так. Я под мостом. Олег, ты слышишь, что я еду прям шире, да? А я? Да, ты по мне стрелялся. А. Димыч, там вот фиолетовая машина. Сзади, ребят. Пятерка. Меня задает. Да, это пятерка. Да-да, и пятерка просто проехала мимо. Я отвлекся. Внутрь забежал. Лисичка, забеги внутрь. Будь другом. Не будь евреем. Ты что, там есть против евреев? Ты знаешь, что у евреев истинных, у них есть Талмуда, которые у них честь обманывать убивать христиан. Да, это у них убийство христианина сравнивается с убийством бешеной собаки. А знаешь, в каком городе я живу? В городе Одесса. В Одессе. Где? Ну, поэтому евреев не любят, потому что они... Я Дмитрий, я просто отвлекаюсь, ребят, поэтому не сразу могу сказать. У них есть, как тебе сказать, Талмуд, это священное описание. К примеру, у них есть там написано, что они могут девочку, которая, например, с 3 лет, после единственного условия, допустим, чтобы у них был секс с этим ребенком, представляешь? Ага. Трехлетним. Трехлетним, вряд ли, конечно. Да, у них как-то там называется. Там у них биологически ничего не получится. Ну, знаешь, есть мировой рекорд, в кавычках. 5-летняя девочка родила ребенка. В этом где-то в Южной Америке, короче. Там биологически получается. О, бывает, конечно, случай один из миллиона, но понимаешь, они все умирают. Там они. Так. Со стороны корабля дабл. Ой, меня сдаю. Я пинг подскочил, я не могу смениться, я ничего не видел. Там со стороны корабля, где статуя слева, вот там где-то. Там надо побольше человек внутри, наверное, сейчас я помогу. А, блядь, зашел. Они все зайдут там. Вот я про это и говорю. Все, сломал. Я не понимаю, а что вы там делаете оба в гараже? Куда привезли, там и... А, понятно. Понятно, прошу прощения. Так, ну це мы должны выдержать, потому что... открытая точка. Открытая точка, короче, и... С моста можно ее рачить очень хорошо. Димыч, там взорви у себя респаун, да. Ладно? Я правильно машину поставлю, спаун кар, правильно? Нормально.
Короче, поставь ее где-то за 70 там. Там двое рядом. У нас там остались, кстати. Никакого. Нет, там, ну, 2-6. Ну ничего, сейчас испанюсь. Я его почти убил. Я одного видел на полу. На там. На вот. Я беру туда снапу. О, есть там. А я не могу встать, потому что мне картинка стала. О, Дима, спасибо. Еще помню, сцена будет, да. На машине там стоит, на мосту. Рипер закончил мой киллстрайк. Никогда тебе не отрабатывает. Тарнутый. Так. Ну хорошо, хоть так, ладно. Найн видел, да, Дима? Да, я так. Правда? Сейчас я тоже на мост поднимусь. А там же машина есть. Едет, Димыч. Я в тебя глядал. О, как он подлетел. Ух. У меня жилец. А где? Скажи. А, вижу. Вот еще они идут. Сен, ребят. Теперь я его не вижу. Все. На мосту иди. У меня Сен. Двое. Да, секунду. Так, ну-ка. Я не видел это, но я видел взрыв только. Я не видел, что они попал в одного и перевел. Убей его, да, правильно. А как это сам? Я же там так, ну тоже одного. Осторожно, сзади машины жесть. Уже нет. На мост был. Это я взорвал специально. Я его не взорву. Какой специал? Да не. О, у меня вас мало закончить. Так, блин, так, как вы попали по мне. Да все, он скрыл. Добил моего. Под мостом, по-моему. О, слава богу, машина на месте. Все. Вот тут какая девушка, смотри, сверху на билборде. Они опять где-то здесь. Это наша машина? Ой! Давай. Меня убили. Да, там он. Убей. Еще, по-моему, ох, ё, тут такси есть. Пернутый. Так, ну ты. Ну, мы зачистили. Почти убил всех там. Я там всех четырех тагнул. И одного успел убить. Хай, бил машину. Машину. Они все по 85, ты смотришь, у них всех красное все. Вообще не хватило. Ты можешь отсюда не стрелять с узлом. Да нет. Пойдем. Уйдем ударки. Наверное, с той стороны тоже. Слева под нас. Да, под мостом. Ой, у меня Скайводка. Здесь Скайводка. Блэк Пан. А, да? 15 секунд, у них без вариантов прыгать. Раньше времени не радуйся. Я видел на последней секунде, он сколько раз. Знаешь, он просто физически не убежит. Значит, одна туда жить. Не добежал. Что-то миссия хорошая, я ее запишу. Guilty.